Есть у меня что-нибудь тут по-доброму? Константин. Уважаемый Олег Константинович, описываю ситуацию. Сажал косточки, так, прибавил уровень земли и сверху 0,5 сантиметра земли и 2 сантиметра песка от пересыхания. Всходят без семидолей. Ну, правильно, 2 сантиметра, 3 получил сантиметра, да? Сантиметр, и нет, 2,5. Вот и нет семидолей. Так, но косточка четко на поверхности прощупывается, если убрать песок. Вопрос, надо убрать сантиметр земли и оголить семидоли, или это сделать позже? Конечно, надо. Опасно. Они могут начать тут же портиться. Вот. Ростки пока крохотные. Процент скорости по манжурцам пока на первом месте. Общую картину сообщу после окончания всхода. Из слив пока 2 ростка. И один из них по классике. С семидолями. Многие из вас до общения со мной, а учитывая, что меняется состав слушателей, все равно меняется. 4 года прошло, как мы начали. А и до этого я никуда не девался. Вот. Слово семидоли, наконец-то, хоть узнать, что такое большинство из вас. Вот. А это тот самый, этот. Помните, Лена Александровна, мы с вами добровольно вызвались сдать ЕГЭ по биологии. Сидим 2 дурака. То есть дураков, мне не так. Сидим 2 потенциальных дурака, из которых хотели сделать эти самые создатели этого дурацкого ЕГЭ, да? И гадаем, семидоли должны быть над землей или под землей. Я не могу. Весна холодная была, все тормознуло по срокам. Подскажите, как быть? Ну, я уже сказал. Сейчас возьмете, может быть, пылесосом, ну, как-то надо размести это самое. А потом, бах, приходит фотография ваша. Ну, честно скажу, я вижу остатки песка. Я вижу, что теперь уже не грозит. Я вижу, что семидоли там, где им положено быть сверху. Вот. Вот что значит школа железного. А то что такое семидоли? Я как вспомню это ЕГЭ. Мы же с вами опозорились перед всем миром. Мы же с вами в лучшем случае на 4-ку сдали. Это учитывая, что сразу 2 мозга работало. По отдельности. Еще это. Вы бы могли угадать один, не угадать на другой, а я мог угадать на 3-й, не угадать на 4-й. Тогда бы точно бы 3-сики были. Ну, вдвоем как-то сообразили. Вот. Помните, как про миллион эта передача была? Как заработать миллион, так кажется. Там вдвоем действительно, ну хоть на 4-ку вроде натянули. На 5-ку бесполезно. 3 вопроса, все 3 правильных. Попробуй. Угадай, какой из правильных самый правильный. У них мозги по-другому устроены. Раз пишут семидоли под землей. Ну вот, полюбовались. Это опять, это наш человек. Так, кто? Константин. Спасибо, Константин, за фотографию.